так сказать, сопоставление раз белорусской и российской было там несколько этапов. На стране то ли дело у нас все классно. Надо положить деньги на телефон. Значит, пишу, как обычно. Я собираюсь перевести. Это тетенька. Вполне себе нормальная, адекватная женщина. Так, кстати, водку. Ай-яй-яй. Вы же вроде бы не в пятом классе. Я говорю, вы как разговариваете? Я нормально с вами разговариваю. Что вы так пишете? И я понимаю, что бескультурье Москвы как бы разбилось о бескультурье моей культурной столицы. Давайте их перечислять. Правда, кто это? Я всю жизнь знал пистолет Глок, и потом, когда уже увлекся копанием, оказалось то, что народ еще ходит с ножами, Глоками. Сразу возник вопрос, а почему так много совпадений, сукины дети? Эта яма досталась мне совершенно случайно. Мы, как обычно, с парнями выпили и шли в поле просто так. Как обычно, все поступают черные копатели. Но тут раздался классический черный сигнал, который отдавал массой. Этот сигнал лежит где-то здесь. Это был хвостовик. Вот он, кстати. Помыться хотя бы сможем. С другой стороны, здесь склон. Понятно все, что вода. Ладно, каску мы уже не соберем. Кости что переберем. Ага. Молодые люди, знаете такое слово? Хуя вам. Была как раз вырезана, валялась. Бля. Я вообще сюда поехал. Я, блядь, даже не помню эту. Рэмбо. Тогда задись. Да, должен быть, блядь, куда же он делся? Нахуй, пиздец. Ну, на его жопу. Смотри, он должен в комплекте быть. Я говорю, блядь, давайте картонку спасем, я жопу. Картонку дашь? Да, конечно. Задись. В комплекте точно должен быть. Если человек не знает даже, что есть он или нет, значит, он явно его не вытаскивал оттуда. Берегись, он на сидушке еще перерывал. Нихуя необычно. Петрожопый, да? За стойки надо. Смотри, как крыша хрустеть начнет, блядь. Вот вы... Не, ну это чтобы не однобоко было. Миха, я думаю, нихуя чувак пишет, Леха, ты пишешь, сейчас оторвут стойки. Так, Печкин посоветовал оторвать стойки, с него и вычтем, да? Минус. Резьба как целка, ее на первый же раз поехал попадать. Вот и вкрутил. Только без рывков. Какой экономный, блядь? Плюс-минус миллион для него хуйнаны, блядь. Точно придется новую тачку. Так и будешь на ней ездить. Блядь. О, пиздец. Нахуя? Лучше этот вставь. Сейчас закусит намертво, лучше ключ донес туда вставить. Лучше ключ вставить. Не закусит. Главное, чтобы не положил. Я бля, бабе, блядь, похуяли, блядь. Нейтралку включи, нахуй, и плавно руль покрути. И колеса блядь. Не крути, блядь, с самого начала, блядь. Макс, подожди. Погоди, Макс. Дверь закрывай. Уёбан забитый. Ходи, да ладно, не пожми. Не крути колеса, а пускай она пойдет по колее, как заезжала, блядь. Да. Отойдите, отойдите. Все, вы раньше времени. Все, сел, заводи. Да ладно. Гибрид. А, это гибрид, да. Гур крутится у тебя. Давай, потихонечку. Ехал помаленьку, на нейтралке. Ой, ёпта, как по маслу почти. А нахуй на нейтралке стоит-то? Да. Давай, толкнем нахуй. Тащит ее, да? Но ты давай, Макс, мы толкнем сейчас еще.
Надо ее сбоку держать, мне кажется. Ребята, она ее туда валит. Не свалит. Да она не валит. Я уже давай, не туда иду, блядь. Одни жопы торчат. О, пойдет, пойдет. Давай, Макс! Давай, давай, давай. Плохо завел, ёп. Давай, 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 выйди. Оу! Оу! Ну что? Гонишь, не перед... Мих, ты уж с утра смотрел. Я одел все, только зеркало, но 50 тысяч, ой, 50 баксов, 50 долларов стоит. Угол барыги, блядь. Слышь, правильно, я вон хотел за 500 в пиндюре делать. Батл, блядь, говорил, блядь, что пиздец, они там в каком древнем году, блядь, рыли эти блины, блядь. Да. И сдается мне, чтобы после них их еще раз, блядь, перекапывали, блядь. Гончак встает, а гончак вот так вот, в 2-3 раза больше его, этот встает. Тебе сразу хуя присели, говорю, блядь, авторитет, нахуй, пиздец. И крутые, короче, приехали, охотятся. Они как ебашут, подранок, не подранок, они хуй добирают, там, блядь, говорит, пиздец, до леса кровь, блядь, идет, нахуй, похуй. И оставили его. Барсучий городок. Он вылазит нахуй зимой. Они же тоже в спячку падают. У него весь ебальник в крови. Он подходит к нам. Блять, ну хули, вы копаете или что-то вытравливаете? Опять туда нахуй. Ёпта, вылазит. Опять ебальник весь в крови. Пиздец, весь порванный, блять. Ну, боец нахуй.